Утро не с кофе. Гоняем уже второй час. Лосенок прошлого года. Почему-то рога только в виде шишечек. Но это точно не лосенок этого года. Зашел. Вот. Не можем выгнать его. Вот. А если мы машиной вот так поперек прикроем, мы попробуем ему что-нибудь покидать. Ну, то вот добрая Вероника Кёрина предлагает что-нибудь у него покидать. И тут кроме обломков асфальта ничего нету. Есть вот кусочки земли. Ну, кусочки земли. Так, ладно. Мы начинаем КВН. Для чего? Сереж. Для того. Что, Сереж? Ладно, надо что-то придумывать. Он встал. И хуч убей. Грубо говоря, крайняя точка того, куда мы его загнали и выгнали. Здесь лес. Пойма реки Терепец. Мы очень надеемся, что по этой пойме он уйдет в район деревни Косарева. Ну все, будем надеяться, что операция проведена и товарищ не вернется к нам более. Вот так, попили кофейку.